Порядок оплаты труда работников бюджетных учреждений изменят. Соответствующий документ приняло правительство Якутии. Отметим, что в 2008-2009 годах ввели новую систему оплаты труда, которая учитывала отраслевую специфику. Документ аргументирован указом президента страны. Основываясь на этом, в республике созданы дорожные карты предприятий. Идет структуризация оплаты труда. Также члены Кабмина отметили, что в этом году в бюджетных структурах сокращений не будет. На сегодня, значит, предложено и принято, что основная гарантированная часть заработной платы должна составлять не менее 60%, да? И, значит, 40% заработной платы, фонда заработной платы должно пойти на стимулирующую и компенсационную выплату. Это вот как бы основное, то есть изменение в структуре заработной платы.